мемный риф, да, как, допустим, Набля, да, то есть это же трек, который... То есть, по сути, как бы, ну, риф и риф нормальный, да, как бы кочевый, но супер просто мемным хитом он стал. Почему? Потому что стрим, помните, когда меня допекли, типа, давай-ка там, типа, ну, вот там у тебя какая-то фанера, я говорю, сука, фанера, сейчас вам покажу, блядь. И вот этот One Take Challenge, да, когда, как бы, записал просто трек с одного дубля, он просто был тогда последним у Джейс, крайним. То есть, и, собственно говоря, я сыграл его, и с первой же доли все просто было уложено в ударочку на стриме убойно, и все. И потом, когда я включал, говорю, ну, вот видите, вот там, блядь, там, на, блядь. То есть вот тут на, бля, это стало просто мемной штукой, и плюс как бы в заставку пошло, и все. То есть поэтому это как бы стал тот случай, когда риф как бы стал известнее, чем песня. Но обычно все, всю как бы хитовость определяет именно сама песня.